Лимиты на посылки, въездные дьюти-фри и свободные экономические зоны с особым статусом. Сегодня в Минске представители Государственного таможенного комитета рассказали об изменениях, которые предполагает новый таможенный кодекс. Он должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Среди возможных нововведений – создание магазинов беспошлинной торговли на въезде в страны ЕАЭС, в том числе и Беларуси. Кроме того, будут пересмотрены лимиты на международные почтовые отправления. Этим займется Евразийская экономическая комиссия. Беларусь может рассмотреть вопрос о корректировке и на национальном уровне. Этот момент предусмотрен в проекте президентского указа о ратификации нового таможенного кодекса. В новом кодексе устранены существующие в настоящее время в таможенном законодательстве таможенного союза правовые коллизии и пробелы. Важно отметить, что с самого начала работы над кодексом активное участие принимали представители бизнес-сообщества всех 5 стран нашего Евразийского союза. Это первый пример разработки проекта такого серьезного документа с участием бизнеса в таком объеме. В проекте президентского указа также прописаны изменения и по свободным экономическим зонам, для которых намерены упростить правила таможенного регулирования. Предусмотрена возможность создания СЭС с особым правовым статусом территориальные. Зоны с максимальным упрощением. В Беларуси таких будет 2, в России 3, в остальных странах Союза по 1.